Сережа, что такое осень? Осень – это когда деревья раздеваются, ну, в смысле, падает их волосы. Ты любишь осень? Да, я все времена года люблю. Да ладно, честно? Да, то что у каждого времени года есть своя особенность, хорошая. Ну, вот какая хорошая особенность есть у осени? Например, осенью листья красиво. Можно их сушить и делать ярбай. Что делать? Ярбай. У тебя есть такое? Есть. Мы делали это в дошколятка. И сколько вы людей напугали этим? Мы их не пугали, мы нисколько не пугали. А что вы потом с ним делали? Просто повесили куда-то. Ну, он у меня там где-то дома валяется. Наверное, кто-то уже выкинул. Что подгонял злых духов, да? Нет. А чего ты ее не любишь? Потому что там уже начинается холодрыга, и ничего не можно кушать. Там ни клубники, ни варенье. Я вспомнил, почему. Потому что деревья уже ложатся спать, им уже не нужно волосы. И они без волосов спят. Ты знаешь эту песню? Про кого? Слушай. Про что эта песня? Я не знаю точно. Ну что ты понял из услышанного? Осень. А я думал песню про черепашек-ниндзя. Скажи, Сережа, а осень лучше, чем лето или весна или зима? Да, но самый мой любимый день погоды — это зима, потому что после Нового года у меня день рождения. Юлик, ты любишь осень? Люблю. Кстати, я хочу вам, то есть не люблю, я хочу вам тоже одну песню исполнить? Нет. Спеть? Да. Давай, песни мы любим. Про черепашек ниндзя. Черепашки сле. Раз, два, три, четыре. Ниндзя — это такой. Ниндзя со собой. Кто враг, кто друг. Они сильнее с тобой. Раса — это снова мы. Научили нас драться на сенсей. Три — появилась панда. Это значит бей. Три — нет врага пощады. У нас хватит сил. Четыре — пусть получит каждый, кто заслужил. И я там забыл еще. Вообще доверчивая девочка? И стеснительная, да? Могу и постеснять. Ну, я люблю, но я что-то говорю и не делаю ничего. Потом взяла и застеснялась, да? Да. Ну, такое не бывает. Вот. Тоже всегда клянчу игрушку, а у меня уже их куча, кстати. И вот, и нужно смеяться, будем спать на игрушках, писать на игрушке. И вообще будем заходить, и вообще игрушки будут сыпаться с каледон. Олег, а как бороться с осенней депрессией? Вот есть у тебя какие-то свои рецепты? Рецепта пока нет. Не знал, что у тебя тоже депрессия. Прости. А чтобы не заболеть осенью, что нужно делать? Колготки одевать, свитер одевать
и рубашку одевать, куртку одевать, кофту одевать. Короче, все, даже машинки одевать, все надо. То есть на машинке. Заговорился. Да. Лола, а скажи, что нужно делать, чтобы не заболеть в плохую погоду? Одевать плащ. Твой плащ? Ну, у меня есть много плащов, конечно. Я могу выйти в чем захочу и в том, что мне скажут. Вообще, если мне не делают ни один то, что я хочу, то это будет ужасно. Юлик, а сколько нужно пить? Сколько раз в день нужно пить зеленый чай, чтобы не заболеть? А можно я попью поэтому? А за что ты любишь осень, скажи? Ну, за то, что только одно люблю. Потому что осенью Потому что осенью она золотая. Какой ты меркантильный человек, Сережа. Все о золоте думаешь? Куда же их девать? Вот они выпали все с деревьев, опали. Куда их девать? Столько листьев. Куда девать? Ну, можно половину себе домой отнести. Маме подарить. Мама будет счастлива, это точно. А папе что-то подарим из листьев? Не, папа это мальчик. Мальчикам листья не дарят, да? Нет. Ну, цветы, листья — это вместо цветов. Маме. Кстати, подсказка папе. Можно дарить маме листья вместо цветов. Что тратится на дорогие букеты, да? Что ты посоветуешь взрослым? Как нужно бороться с осенней депрессией? А что такое депрессия? А что нужно делать, когда вот листья опали? И куда их девать? Столько листьев? На мусорник. На мусорник все не поместится. Ты думаешь? Уверен. Я пробовал. Ну не получилось. Ты веришь? У меня вот стоит 2 КамАЗа листьев. Куда их девать? На кучу листьев и палок. Да нет такой кучи, я искал. Ну, не нашел, а у нас в детском садике есть. Покажешь мне? Если захочешь. Сережа, а ты знаешь, что такое бабье лето? Ну, вот как ты думаешь, почему все говорят бабье лето? Ну, наверное, бабы выходят. Почему осенью листья падают с деревьев? Как ты думаешь, они становятся тяжелее или так? Деревья по-своему сходят с ума. Деревья по-своему сходят с ума. Почему цыплят по осени считают? Как ты думаешь? Что такое цыплят? Ты не знаешь цыплят? Ну, маленькие петушки. Петушки? Цыпочки маленькие. Как бороться с осенней депрессией? Осенней? Ну, нужно как-то ее... Ну, нужно листики, наверное, покрасить зеленый цвет и вставить в деревья. И еще нужно... Вот про листики это, кстати, очень реалистичный вариант. И еще нужно печку открыть на улице, чтобы миллион печек было. И они чтобы заработали, было тепло. То есть все печки вынести на улицу, да? Угу. Да. Так, держи себя в руках.
Ой, не могу. Порвал. Не могу. Просто.